unspoken. Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness. Even when you're out of focus, I will be the light in your life. You'll see it clear. Всем привет, с вами Настя из Стокгольма. В прошлом моем видео я рассказывала о рабочей визе в Швецию, как ее получить, и после этого возникло очень много вопросов. Я сейчас постараюсь на них ответить. Итак, что мы узнали из первого видео? Раз. Получить рабочую визу в Швецию напрямую через работодателя – это довольно-таки сложный, проблематичный процесс. И небольшие шансы, что получится. Номер два. Если получится, то это занимает большое количество времени, до полугода, иногда больше. И третий момент. Рабочая виза, она дается на конкретную должность в конкретной компании. То есть, если вы потом захотите поменять работу, то нужно будет весь процесс проделывать заново. Или если вы с работы захотите уволиться, то вам сразу же нужно будет покинуть страну, потому что виза уже недействительна. Итак, что с этим можно сделать? Есть несколько вариантов. Первый вариант – в Швецию не ехать вообще, или в Норвегию, или в Данию. Второй вариант – продолжать пытаться найти рабочий контракт напрямую через работодателя, тратить на это кучу сил, времени. Конечно, такой вариант тоже имеет место быть, но нужно понимать, да, что шансы не очень высокие. И третий вариант – получить визу рабочую в Польшу и на 3 месяца приехать в командировку в Швецию. В этом есть ряд преимуществ. Первое, это гораздо быстрее по времени, буквально до 30 дней все можно оформить. Второй вариант, у вас есть возможность попробовать работать в Швеции у конкретного работодателя, и если что-то не понравится, можно через 3 месяца вернуться, и у вас все еще есть польская рабочая виза, по которой вы потом можете поехать в любую другую страну или продолжать работать в Польше. Также вы, проработав 3 месяца, у вас есть возможность потом приехать сюда еще раз или уже заключить прямой контракт с работодателем, так как вы уже имеете опыт, вы уже знакомы с работой, работодателем, и поэтому ваши шансы на прямой контракт гораздо выше. Я надеюсь, я ответила на вопросы. Если еще будут вопросы, обязательно пишите, я вам все расскажу.